Сегодня мы были у стоматолога, вот ее кабинет Танфен называется. Чем хороший стоматолог? Здесь есть русскоязычный персонал, и хозяйка, она русскоязычная. Вот мы выходим, мы сейчас на лагуне. Сейчас мы как сюда зашли, или выйдем сейчас. Здесь есть ДНБ-банк, не знаю, что здесь отделение, какие услуги предоставляет, интересно тоже. Но единственное, что столкнулись с ДНБ-банком, кажется, у него за обслуживание берут карточки 300 крон в год. Так, вот пятый нас этаж в лагуне. Так, вот он, ДНБ Танфен. Есть. Ну, нам надо на третий. На третьем как раз находится Бибан. Так, вот мы спускаемся. Лифтом можно не пользоваться, всего лишь два этажа спуститься. Так, вот кнопка открывания двери. Можно руками не открывать. Мы коленкой нажали. Тут у нас двери с датчиком. Вот так. Вот мы выходим. Если повернуть налево, это выход к остановке Лагуна. Вот этот второе здание его. Там дальше у нас Макдональдс есть и другие магазины, Outlet, Sport Outlet магазин. Ну а тут куча магазинов. Вот Бибан наш. В ту сторону у нас центр направления, а в эту сторону направление на аэропорт. Вот мы находимся на Бибане. Так. Вот наш. Где он, Бибан? Лагунен. Все. Можно отправляться?